Новый год – волшебный праздник, особенно для детей. Каждый желает получить заветный сюрприз от Деда Мороза. В преддверии Нового года глава Северского сельского поселения Андрей Дорошевский вместе с руководителем филиала номер 17 регионального отделения Фонда социального страхования Родионом Шамаковым поздравил детей с ограниченными возможностями здоровья. С главными героями праздника, Дедом Морозом и Снегурочкой, они посетили 11 юных жителей Северского поселения, чтобы вручить сладкие подарки. Желаю вам благополучия, здоровья, процветания, всего самого наилучшего. Спасибо. Всего хорошего в Новом году. Подарочек. Здоровья. И исполнения всех ваших желаний. Каждый ребенок получил массу впечатлений от встречи. Родители и дети не остались в долгу и поблагодарили гостей за поздравления и подарки. Спасибо вам, спасибо администрации, руководству школы, что приняло нас в первый класс. Мы ходим, да, занимаемся спортом. Я думаю, что нас большие. Спорта. Мы занимаемся борьбой, занимаемся тренажерным залом. Каждая встреча завершалась совместной памятной фотографией с главными новогодними героями.